годовщиной. Какая прелесть. Смотри, Арнольд. А что вы друг другу подарили? 31 год уже. Что обычно дарят? Серебро, слоновую кость? Ну, мы подарили себе новый пакет телевидения. О, супер! Столько каналов. Кажется, мы с Арнольдом ни к чему не стремимся. Куда делась семейная жизнь? Придется рискнуть всем, чтобы как-то встряхнуться. Все возможно. И еще не поздно. Хочешь поехать в Мэн на интенсивный курс брака? Наш рейс завтра, и я полечу. Ну что, довольна? Арнольд, рад, что вы прибыли. Хоть кто-то рад. Вы приехали, чтобы вернуть близость. Это безумие. Нам уже не 22. Вот ваше первое упражнение. Сегодня вы должны на время обняться. Думаю, хватит. Вам придется довериться мне и попробовать кое-что. Мне нужны советы женщинам-натуралкам от гея. Скорее всего, вам будет неудобно. Мне как-то это не мое. Я на такое не способна. Одна неделя здесь, и все по-новому. Арнольд, ваша жена очень несчастна. Вы уверены, что все для нее делаете? Хочешь вернуть искорку? Да тут все такие, родная. Кому здесь не дают? Еще не поздно, если вы этого хотите и готовы попробовать. Своей жене он так же говорит? Милрин, как любопытно, что ты голая. But you gotta keep your head up. В таком темпе мы быстрее закончим. Так что там дальше? Откровения, наедине, стихи? Секс. Может, соберемся и уедем? Арнольд, у вас есть фантазии? Втроем. С кем? С Кэрол. Которая собачница? Привет! Очередной корги. Ну да.